Фиксай 100% облысел Майнкрафт! Сегодня мои друзья в нашей деревне открыли барбершоп и заманили всех к себе. Опыта у них нет, поэтому надежду на хорошие стрижки оставляли желать лучшего. И так оно и получилось. Бедняжка заказал фальшивый лак для волос, который способствует выпадению. В итоге все друзья облысели, и только Гречин знает способ вернуть всем волосы. Но смогли ли мы их вернуть? Смотрите до конца, чтобы узнать. Если вы не хотите облысеть, то срочно ставьте ваш великолепный лайк. Давайте наберем хотя бы один лайк, и у всех будет прекрасно великолепная шевелюра. Прямо как у меня. А также подписывайтесь на канал, если вы хотите шевелюру прямо как у меня. Спасибо огромное и приятного просмотра. Да кто? Да! Господи, да кто меня разбудил почему-то громко? Что там ко мне пришло с утра пораньше, я не понимаю. Я сейчас свой дрын достану, кому по башке дам. Я вам покажу, как меня с утра будить. Опять какие-то недалекие решили разыграть меня, что ли? Да! А! Господи! Вы что, издеваетесь, что ли? Ну что, привет, Фиксай, как твои дела? Боже мой, да до этого момента было лучше! Ну, сейчас мы тебе его поднимем. Вы принесли еды? Нет, лучше! Мы открываем свой барбершоп! Да мне вроде... Ну ладно, хорошо, как-нибудь зайду. Конечно, давно пора, а то у тебя прическа как у бабуина. Чё? Ты вообще видел мои волосы? А да они прекрасны! А вот придешь в наш барбершоп, они будут в два раза прекраснее. Ладно, я подумаю. Будем раздавать тортики. Когда приходить? Сегодня в 12:00. Ну ладно, короче, нам пора, будем ждать. Надо будет купить торты. Потом как-нибудь. Так, может быть, они намекнули на мою ужасную прическу, хотя то в смысле? А может быть, я просто давно не мылся? Да нет, вроде вчера мылся. Или это было в прошлом месяце? Я не помню. Зачем мне барбершоп-то идти вообще? О-о-о! Барбершоп. Открытие. Выглядит достаточно неплохо. О, Боня, Шуня, привет. А они вас тоже, что ли, уговорили прийти сюда? Ну да, мне сказали, что тут будут давать бесплатные печеньки. А мне говорили, что тут будут новые варочные стойки, но что-то я их пока что не вижу. Варочные стойки? Тебе-то для чего? Это же гречну надо. Да, он заболел, попросил у меня немножечко за него поработать. Понятно. Видимо, тортов я здесь не увижу. Пара-па-пам, пара-па-пам, па-пам-па-пам. Приветствую наших дорогих гостей. Мы так рады, что вы согласились прийти. Где торты? Мы тоже вас любим. Сегодня на нашем сервере начинается новая эра. Эра безумно красивых причесок. И я, как один из основателей этого места, вложил в него часть своей души. Это какую еще часть? Половину ты мне уже продал. Так вот, мы с Мартом рады представить вам новый, ну, единственный барбершоп! Ура! Где наши подарки? Да, где? Ура, салют! Где салют? Ребят, салют? Какой? Какой салют? Пока, Шуня. Так, еще чуть-чуть, пока там уже все постригаются. Я тут это все заделываю. А, ну все, заделал. Надо бы теперь посмотреть, что этим двоим с волосами сделали. Так. И последний штрих, лак для фиксации. А я, сори. Шуня. Неплохая прическа. Очень нравится, но лак как-то не очень пахнет. Прическа просто бомбическая, не зря все-таки к вам пришел. А ну, Боня, дай посмотрю на тебя. Согласен. Вы знаете, ребят, конечно, очень замечательно здесь, но мне, пожалуй, нужно проведать Гречина. Давайте, пока, ребятки. Удачи, да. Хорошего вам вечера. Отличный барбершоп и прически у вас хорошие, ребят. Привет, ребят. А, Гречин? Чем занимаетесь? Привет. Что вы так испугались? Да ты как выздоровел? А, я просто новое зелье сварил. Хотите попробовать? Нет! Нет, нет. Чего вы так? Может, тогда просто угля активированного? Понял. Фиксай, давай садись, теперь твоя очередь. Знаете, что я подумал-то? Гречину уступлю, он тут пришел, значит, да. Хочешь прическу новую себе? Да, отлично, все, иди, давай, давай, иди, давай, давай, давай. Ладно, давай, садись. Слушай, а как тебя подстричь? Ну, смотри, давай по бокам троечку, сверху двоечку, такой полуспортивный полубок, чтобы зимой холодно было и летом было не жарко. Без проблем. Так, и последний штрих, это лак для фиксации. Стой! Ай! Няшка, ты чего? Мне вообще-то не понравилась моя стрижка. Можем обратно волосы приклеить? Нет. Больше ж незадача. Еще и покрасили. Ну ты смешной вообще. Что это моя очередь? Давай. Пожалуйста. Да ладно вам. Да зачем? Нет, я сказал, нет. Да куда ты меня схватил? Отпустить меня. Ужас.
Что это за лак такой? Ладно, прическа, но лак это уже слишком. Так, а ну-ка. Господи, ты что наделал со мной? Я похож на Абрама Линкольна в свои года. Тебе идет, фиксай. Не, ну в принципе модно, конечно. Голова кого-то больше, кого-то у меня мозг гигантский и все остальное, но... Короче говоря, вы это, как хотите, но ноги мои больше не будут в этом салоне. В смысле? Теперь ты, няшка, сделай мне какую-нибудь моднявую прическу, а затем я тебя. Да-да-да, отличная идея. Прическу мне сделали, теперь на какого-то дурака похож вообще, что это вообще такое? Ноги там моей больше не будет никогда в жизни. Так, где эта шахта? Так, стоп, я не понял. А они там что делают? А ну-ка. Капец, у тебя март прическа стильная, я прям тоже такую башню хочу. Да у тебя тоже, ты знаешь, как это, у тебя как будто корона вот так. Ушу не постильнее, ушу. Вообще, замечательно, посмотрите на мою вообще. Не понял, а почему вы меня не позвали? Ну, так ты сам ушел, мы тебя и не стали держать. Да-да-да, кстати, я тебе... Ой, сказать кое-что хотел. Ты, чё с вами? Может, скажем ему? Думаю, не стоит. Так, ребят, что вообще случилось? Вы как будто призрак увидели. Ну, как сказать? Все теперь, ну, такое озеро, знаешь, среди леса. Я не понимаю, какое озеро, какой лес, ты вообще про что? Ты вообще, блин, как-то холодно стало, что ли? Ветер, что ли, поднялся или как? Ну, ты только сильно не пугайся, но, Гречин, ты облысел. Что? Что? В смысле? Нет! Где мои прекрасные волосы? Не смейся, не Гречин, старость не радость. Ну, вообще-то, ты тоже теперь лысый няшка. Блин, это правда? Нет! Март, это ты виноват в том, что надо сесть? Ты как меня вообще подстричь? В смысле? А кто еще? Кто у нас еще стриг здесь? Ну, я и няшка. Ребят, ну вы смешные, конечно. Ой, что это няшка? Няшка, кто за няшку? Я за няшку. Это 100% няшка. Да что еще у нас будет издеваться? Это Март, алло! Иди сюда, няшка. Как это Март? Иди сюда, Март. Это не... Я еще повысил! Ребят, да вы что, смешные-то что ли? А совсем уже? Да очнись, фиксай, ты тоже лысый. В смысле? Господи! Что со мной? Какой кошмар! Вы что наделали? Так, я вам сейчас не знаю, это няшка... А ну, успокоились, а то я сейчас взорву этот динамит. Да, ладно, все, ребят, так, успокоились, да. Я признаю, извиняюсь, поддался эмоциям. Надо бы провести расследование, потому что нас явно что-то травило. Кажется, я знаю, где нам искать ответы. Так, господа, заходим в этот барбершоп великолепный. Ага, склад лака, посмотрим, что это такое. Средство против волос. Фальшивая партия китайского лака для волос. Куплено по дешевке у какой-то сомнительной личности. Няшка, ты что наделал? Что? Ты распылил это вместо лака? Ну, так это лак. Гречин, ты где? Гречин, да, Гречин, это? Ты посмотри, ты посмотри, что ты просто посмотри. То есть средство против... Не, ну все, ваши приколы перешли все границы. Ну иди сюда, няшка. Ну мы же не знаем, что это средство от волос. Гречин, нет! Гречин, я тебя сейчас взорву, алло, отстань от меня, Гречин! Эх, помню, как я был молодой и с волосами. Спина болит. Ой, так, Бодя, ну я сейчас свою шашку-то съем. У тебя зубов нету, чем ты ее съешь? Ну, тут... шашкой! Эй, ребята, я знаю, как вернуть наши волосы. В общем-то, я вообще в очень старой книжке вычитал, что в далеких джунглях растет плод волоснютоса, и зелье, сваренное из него, возвращает волосы. Какое еще волоснютос? Какое еще волоснюто там? Что-то ты сказал вообще непонятное. Мы твоим зельям не доверяем, понял? Наверняка ты поставщик этого зелья против волос. Не мои уже года в ночах, чтобы в путешествие отправляться. Вот именно! Года, няшка, после того, как ты потерял волосы, 3 часа всего прошло. А ну быстро подняли все свои 5 точки и вперед на поиски. А прибавка к пенсии за это будет? Да, и проезд там кто-нибудь оплатит. Понял? Гречи, ну ты чё встал? Продолжай путь, давай, лысый ты, иди сходи вон туда, понял? Ага, задумался вон, идём, давай. Не начинай, погнали. Да я вообще так нервничаю. Это должно быть где-то здесь, так что смотрите внимательно. Ты просто представь, как мне фотографии потом выкладывать. Он мой, чё видишь, няшка? Что? Меня жрут ляды! Никто тебя не жрёт, в смысле, никто тебя не жрёт, с ума что ли сошёл, уже облысел полностью. Всё. Мне кажется, он спит. Ребят, вот, кажется, это место, смотрите. Оно реально похоже. Да, пойдемте забирать плод. Поменьше. Ребята, бежим! Бежим сзади! Разбегаемся! Так,
Так. Вроде бы наступила ночь. Как бы к ним пробраться? Может, как-нибудь незаметно получится все-таки, чтоб плот вот этот вот забрать? Да, думаю, хороший. Господи! Няшка, ты что, сдурел, что ли, так пугать? Ты откуда взялся-то здесь? Ну, когда мы убегали, решили на вот это вот дерево забраться. Смотрю, какой-то силуэт знакомый в темноте. А потом вижу, опа, ты. Ну, вот я и решил спуститься. Подожди, кто мы? Ну, я и Март. Март, спускайся, это фиксай. Все-таки ветка оказалась не очень прочный. Хорошо. Как обычно. Хорошо, двое есть. А вы видели, куда это Бодя с Гречным пропали? Кто-то меня звал? Привет, Бодя. Привет. Вы это специально делаете? Может, вы меня решили разыграть? Один с дерева упал, другой выкопался. Третий, может, вообще за кустом сидит? О, ребята, вы живы? Я где-то. Еще вместе собрались? Капец, а я тут отлично за кусты зашел, а все же голоса знакомые. Ладно. Вот мы и сборе. Нам нужен план, как же забрать плод. Ну, мы с Мартом уже все придумали. Короче, кто-то будет отвлекать этих бабуинов. А тем временем остальная часть заберет плод. Ну, и потом уже все вместе встретимся как-нибудь. Только нужно придумать, кто будет отвлекать. Может, Бодя с фиксами? Так, слушай, может, Гречин и Бодя? Да не, давай Бодя. Короче, это давай, кажется, я знаю, кто будет отвлекать этих дикарей. Кажется, я тоже. Единогласно. Что? Что вы так на нас смотрите? Раз, два, три. Авимбове. Так, ребята, отлично, они отвлекают. Варум, плод, быстрее. Собираем плоды. Давайте. Так, забрали, отлично. Гречин, где выпало? Так, ребята, не заметили. Быстрее, бежим, давайте, за мной. За мной, ребят. Бревно какое-то вижу. Так, а где Гречин, где все остальные? Давайте, быстрее. Давай. Да, все, получилось. Пошли быстрее, фиксай! Надеюсь, что не успели перебежать. О, бежим! Быстрее, уходим. Ребят, давай, отлично, вы здесь, слава богу, бежим! Так, а что вы столпились-то, лысые? Ну давайте быстрее, проходите! Ты Гречин пароль забыл, что ли? Погоди, я не помню комбинацию. Погоди, сейчас я войду. Давай. Сейчас, я помню. Вот так? Что? Почему? Погоди, Дэшка, а ты откуда знаешь пароль от моей лаборатории? Все, давайте, здесь рычаг есть. Давайте, проходите. Давай, входи. Гречин, ты же это себе лекарство сделал о здоровье. Почему ты... Ой, или наоборот, для здоровья. Короче, это... Как ты забыл-то пароль? Не знаю, у меня есть подозрение, то, что няшка его поменял втайне. А я-то думаю, а что у него плоды такие хорошие? Видел, какие огурцы выращивает? Да. А ты не пропадала случаем? Не пропадала у тебя случаем зелье такое? Ну, у меня бочка пропала. Я думал, я ее потерял. Зелье огурцов? Какой зелье огурцов? Давай рассказывай, откуда у тебя столько золота. Огурцы продаешь свои, да? Украл у Гречина зелье. Понятно, все. Ладно, это уже мы потом разберемся. А пока что, так, давай, Гречин, вари свою бурду. Не, ну ладно, но если хочешь, ну там можешь, ну, я могу продать как-то. Да иди ты со своими огурцами! Так. Ну что так долго, может тебе помочь? Там скоро реально уже. Не мешайте мне, а то вообще без волос останетесь. Может, мы их лысыми оставим, хотя бы читать в следующий раз научиться. Слушай, хорошая идея. Не, ребят, ну вы чего, алё? Я хочу свои волосы обратно. Да успокойтесь вы, ё-мо, я уже доделал, вот, держите, забирайте отсюда. Ура, давай, быстрее. Так, зелье для роста волос. Надеюсь, что это рабочая схема. А мне? Все, берите, вот, держи, Бодя. Спасибо. Ух, ну что, на счет три? Готовы? Погоди, а я? Что ты? Огурцы свои ешь давай. Нет, мне зелье надо. Все, нету больше зелья, поехали, давайте. Раз, два. Два. Три. У меня волосы. Ребят, мне страшно смотреть на себя. Ребят, у вас волосы, отлично. Реально. И у меня тоже. Гречин, ты просто гений. Гречин, спасибо тебе огромное. Ты сомневался, что во мне? Никогда вообще. Спасибо. Теперь праздничный салют. Какой салют? Да, только нет. Пожалуйста, нет.